waited all my life. Take me away, a million miles away from here. Take me away, find a place for you. Собрал я вот такую небольшую коллекцию из трех стартовых пистолетов, реплик знаменитого Glock 17. Один из пистолетов у меня уже около 2 лет и 2 предоставлены магазином Клич. Итак, начну, пожалуй, с отдаленной реплики пистолета Glock 17. Это Stalker 917. Второй это RTI 17 и Ecol или Ferrat Gudis A. Поставляется в таком небольшом кейсе с картонной накладочкой. RTI традиционно в красивом кейсе, большом, с защелками, очень удобный. Ну и Stalker, хоть и большой пистолет, но тоже коробочка небольшая. Каждый сейчас открою. Ecol сдвигом открывается кейс. И, соответственно, Stalker открывается вот такими уже почти отломавшимися защелками. Смотрим комплектацию. Ну, у меня лежит 2 магазина, я просто сразу с дополнительными магазинами покупал. RTI идет такая бумажечка, тоже есть ёршик для чистки, масло нейтральное, скорее всего. И Gudis A, здесь 2 пистолета на самом деле. Вот если присмотреться, то лежит большой и вот такой маленький. Маленький — это масленка на самом деле. Так, давайте распаковывать пистолеты сами. И, конечно, в товарный вид как бы привел, ну, товарный относительно. Потому что из них стрелял и еще не чистил на самом деле. Достаем Gudis, достаем RTI, достаем Stalker. Дополнительный магазин нам не нужен. Итак, имеем 3 глокообразных стартовых пистолета. RTI 17, Gudis или Ecol A и Stalker 917. Наверное, многим сразу бросается в глаза, что Stalker и Gudis довольно большие пистолеты, а RTI кажется немного и короче, и рукоятка тоже не такая высокая, как на остальных пистолетах. Это абсолютно верно, потому что RTI довольно маленький и хоть и называется 17, то есть с намеком на то, что это копия 17-го Глока, на самом деле это не так. Он по размерам больше подходит все-таки к Глоку 19, то есть у него почти на 1.5 сантиметра короче и затвор, и ствол, и короче рукоятка. У Gudis A и Stalker очень длинная рукоятка, даже на большую руку нормально ложится, еще с запасом остается. На эргономике я остановлюсь чуть позже, потому что есть здесь о чем поговорить, и RTI в своем репертуаре в этом плане, потому что очень неудобный пистолет. Он на маленькую руку, в общем, мучение на него сплошное. Скажу так, что Gudis и Stalker — это, в принципе, наверное, чуть ли не родные братья. Потому что по внешним параметрам и по некоторым формам они абсолютно одинаковые, с небольшими только внешними отличиями. Пусковая скоба, видим, что у Stalker, что у Gudis, ну, практически одно и то же. Оформление рукоятки, естественно, хромает. Gudis в этом плане более похож на Glock. И при приложении небольшом рук можно все-таки это даже поправить, будет еще более похож. У Stalker вот эти вот непонятные приколы на рукоятке есть, это никому не нужно, и особенно вот рычаг разборки, который блокирует направляющую для снятия кожуха затвора. У Gudis он более похож на глоковский, хотя и тоже неправильный, он вертикальный, у Глока вот как. RTI в этом плане наиболее похож, но не попали с размером все-таки. Какие еще похожести, отличия? Ну, похожести, что у Stalker, что у Gudis. Однотипно сделан выбрасыватель стреляной гильзы или патрона, то есть не как у настоящего Глока сбоку или как у RTI, а сделан сверху. Дроссель за патронником находится, ну, у меня уже, естественно, немножко модифицированный стартовый, то есть у него дроссель через ствол и выстрел производится. Что еще из отличий такого или похожестей? Да, нету такой петли антапки небольшой на рукоятке. У некоторых глоков они есть или бывает ставятся, но в целом такой вот ерунды нет, как RTI поставил или как есть на Stalker. Разборка стандартная для Stalker. Сдвигаем рычаг вниз, оттягиваем затвор назад, приподнимаем и снимаем
Кожух затвора вверх и вперед. Достаем направляющую с пружиной. Вот такая у нас получается рамка. У Гёдиза, и мы увидим основное отличие от этих пистолетов, сдвигаем рычаг вниз. Нужно его удерживать, что не совсем удобно, конечно. Особенно показывая на камеру. Оттягиваем назад. Здесь можно опустить этот рычаг, еще потянуть чуть назад и снимаем кожух затвора. И вот здесь могут быть нюансы, потому что, видите, основное отличие. Кожух затвора и пружина на Гёдиза находится вокруг ствола. То есть снизу под стволом нет направляющей, соответственно, нет даже отверстия под штук направляющей, вернее, под направляющую и пружину. Пружина здесь почти прикипела, но снимается. То есть сделан пистолет, по сути, всегда многие сравнивают с пистолетом Макарова. Да? Ну и, соответственно, разбираем РТ. В этом плане РТ, конечно, молодцы. Сделали очень классно. Сдвигаем вниз. Происходит у нас щелчок, то есть фиксируется рычаг разборки внизу. И мы спокойненько оттягиваем затвор, снимаем его, достаем направляющую с пружиной. И здесь больше фактически ничего нет. Здесь внутри специальный блок находится, который удерживает как сам рычаг. И сборка довольно оригинальная у этого пистолета происходит. И защелка. Я, когда буду собирать, покажу. Стандартно внутри пластиковой рамки рукоятки находится задний блок, в котором находится стальной ударник. Из сплава сделаны направляющие. И он же одновременно является блоком ОСМ, в котором скрытый курок внутренний находится. То есть здесь не как у настоящего блока ударник внутри затвора, а все-таки обычный хаммер или курок, который бьет по ударнику внутри затвора. Далее блок ствола, патронник, ствол тоже интегрированный в рамку на нескольких штифтах. Один штифт передний обычно сквозной и два полуштифта, чтобы нельзя было изъять ствол без специнструмента. Штифты каленые, поэтому не все так просто. Давайте посмотрим чуть ближе, как все это дело выглядит. Более подробно на каждом. Мой сталкер 917 уже немного модифицирован. Практически не видно дросселя. Здесь вкручен просверленная заглушка на 3 мм. И в дроссельное отверстие нарезана резьба. Вкручен винт без шляпки. И вкручен он через весь ствол. То есть он работает как перегородка или рассекатель. То есть твердым предметом отсюда выстрелить просто невозможно. Это дело закрашено, чтобы было более так визуально красиво. Давайте посмотрим на ствол Гёдиза А. Покрыта имитация хрома некоторая, так очень все блестит. Честно говоря, для меня это, ну, не знаю, глупость, зачем это делать. Ну, на любителя, конечно. Оно, с одной стороны, красиво выглядывает в прорези кожуха ствола. Но вот после стрельбы можем видеть, какие следы копоти. Около 10 или 15 выстрелов я сделал из этого пистолета. Ну и, соответственно, смотрим на РТ. Тоже у него блок ствола больше, чем у остальных пистолетов. То есть патронник более длинный, сам ствол короче. И из, скажем, все вроде как бы хорошо в РТ, ну, кроме короткой рукоятки, об этом я позже остановлюсь. Вот такое качество покрытия ствола. Какие-то крупинки, что-то непонятное. Ну, то есть его нужно обдирать, перекрашивать. Отличие кожухов затворов. В сталкере отдельная личинка вставлена. Из сплава сделан сам затвор. Личинка вставлена стальная. У Гёдиза тоже вставляется отдельно. Но разные принципы. У сталкера выбивается специальный пин. Я выбивать не буду.
И вставляется эта личинка спереди и задвигается в заднюю часть. После этого фиксируется пином. У Гёдиса тоже есть пин сбоку или штифт. И сама личинка снимается, если присмотреться, видно такие пазы, чтобы не сдвигалась. Просто надевается и после этого фиксируется. У Retea, по-моему, это цельная деталь, хотя вот нижняя часть все-таки вставка. Где-то у меня был с магнитом фонаря, где-то я магнитик сам посел, попробую. Нет, так не магнитится. Магнитится только сам выбрасыватель и внутри ударник. Так, у Retea. У Гёдиса магнитится сам штифт. Нижняя вставка, только ударник стальной. А у сталкера, магнитится вот это вот зеркало. Оно из стали сделано. Это точно знаю. Ну, мягкий металл, конечно, сырой, но тем не менее. Хорошо, раз я начал магнитный тест, давайте мы проверим, опять же, то, что касается стали. Ну, пружина, понятно, что стальная у сталкера. Соответственно, у Гёдиса пружина тоже стальная. Направляющая у Retea сплав. Пружина сталь. И поехали к стволам. Ствол у сталкера стальной. До самого патронника. То есть патронник стальной находится внутри ствола из сплава. Лейнер стальной. У Гёдиса тоже ствол стальной, причем магнитится гораздо сильнее, чем у сталкера. Патронник тоже стальной, практически до самого его окончания. Отражатель стрельных гильз стальной. Курок со вставочкой. В курке есть вставка. У сталкера тоже есть вставка стальная. У Retea вставочки нет, и проверяем ствол. Ствол тоже стальной до конца патронника. Далее, ну, магазины стальные, естественно. Пятки у всех пистолетов пластиковые. Что еще? Проверю, наверное, смотрите, вот у меня завалялись стреляные гильзы. Если присмотреться, они все довольно грязные, вот до половины. То есть сильно коптятся гильзы. Большой патроник, прорываются газы обратно. В связи с этим у меня наметились задержки при стрельбе со сталкером. Вот видео где-то было, такая задержка. У меня есть своя теория, но я думаю, что это не столько теория, сколько я все-таки прав. 5 патрончиков плюс 1, как говорится. Заклинило с крузанчик. У меня после небольшой тренировки я его не чистил, он бывает подклинивает. Даже стартовые нужно чистить. Задержку-то и не стал. Вот. Патрон входит очень легко. И у него большой люфт в патронике. Смотрите, здесь, наверное, миллиметра полтора. Вот даже если он в конце когда стоит, ну, тут понятно, что чуть меньше. То есть патроник, он немного на клин просверлен. Но вот так вот до половины, если смотреть, то есть уже когда идет выброс гильзы, то очень много газов прорывается. Ну вот здесь около, ну почти миллиметр, наверное, люфт, когда патрон полностью стоит в патроннике. Так, у Гёдиса посмотрим. У Гёдиса еще больше люфт. То есть, когда патрон полностью стоит, здесь люфт, наверное, миллиметра полтора. А на выходе еще больше. То есть, очень свободный патронник. Ну, с одной стороны, это сделано, чтобы патрон легче заходил. Ну, понятно, что здесь горка почти на 3 мм заходит внутрь патронника для подачи с магазина.
но люфт очень большой. И ну, ротей примерно как у сталкера, не так много, а вот до середины, ну чуть меньше, почти как у сталкера. Но сталкера все-таки моего меньше всего, и в связи с этим, в силу используемых химикатов внутри, здесь же не порох на самом деле, а специальная смесь. Вот эта смесь, ее много возвращается, вот из-за чего нагар возвращается внутрь патронника при работе автоматики после выстрела. И эти газы сильно загрязняют сам патронник. В итоге у меня, я ну, как бы делал попытку тактической тренировки, то есть выхватывал из кобуры пистолет. И у меня где-то после 10 выстрелов начал клинить пистолет, то есть недовыброс, перекос патрона и так далее. Ну, то есть загрязняется патронник очень быстро, и начинаются вот эти проблемы с недовыбросом, перекосом и так далее. На этих пистолетах тоже, если нормально пострелять, но они новые, поэтому я сделал где-то из каждого по 10-15 выстрелов, все из Гюдиса и РТА. Поэтому там таких проблем еще не наблюдалось, но на моем вот такое уже есть. Это я к чему? Потому что любое, даже вот стартовое оружие, нужно чистить, если вы хотите, чтобы нормально работать. Наверное, буду собирать, смысла особо останавливаться нет, потому что разбирать полностью пистолеты не буду. Мне уже нужно возвращать их в магазин. Опять же, по идее, они будут продаваться. Хотя вот у Ретая была проблемка сразу, когда я его взял. Об этом я сейчас скажу, когда я их соберу. Давайте в порядке самого такого не очень дружелюбного к сборке-разборке. Гюдис. Собираем, надеваем пружину на ствол, как у Макарова, да? Оттягиваем назад. И все так просто. Нужно оттащить одновременно, вот эти, нажимая рычажок. Потом надеваем затвор, опускаем. В принципе, на место все становится. Есть, собрали. Следующий. Собираем сталкер. Здесь направляющая внутрь специального упора входит, с помощью которого закрывается вот этот рычаг. Вставляем пружину. Да, я не совсем показал, это я поспешил, конечно. Самое главное в затворах, и встречалось такое даже на глоках боевых, вот если смотреть по затворам, у сталкера спереди серьга очень тонкая, то есть ну, есть вероятность вылома этой серьги. У РТА она еще тоньше, то есть по бокам направляющая. Здесь, ну, наверное, здесь 2 мм у сталкера, у РТА вообще 1,5 мм. Ну, у Гюдиса с этим лучше всего. Здесь очень массивная болванка в начале ствола. Пружина упирается в, ну, там перемычка, зацеп где-то тоже 2 мм. Вот. Но пружина большая, а не с таким тонким ухом. И есть куда упираться, то есть сработки там особо не будет все-таки. Поэтому с этим проще абсолютно. Так, этот собран. Далее сталкер. Закрываем. И ретей, то что я говорил. Давайте посмотрим, как собирается. У него под стволом отверстие, куда вставляется направляющая. И очень специфично собирается. Так, тут надо попасть для начала. И когда мы надели затвор, нажимаем на спуск. И у нас защелкивается защелка. Все. Пистолет собран. Теперь некоторые отличия. То, что я хотел показать. У сталкера предохранитель отсутствует как класс. То есть первые выпуски сталкера, они еще назывались Зараки 917. Здесь был так называемый автоматический предохранитель, который работал при обхвате рукой. И в спусковом крючке, примерно как на Гюдисе, тоже был некое подобие предохранителя, как у Глока. По этому пистолету я делал обзор, вот ссылочку сверху попробую вставить. Вот. И там было показано все-таки, что предохранитель вот здесь был неэффективен, и отсюда его тоже убрали. То есть пистолет абсолютно без предохранителя, никакого декокера, то есть сброса курка с боевого завода нет. И пистолет довольно опасен, скажу по собственному опыту. У меня, конечно, произвольных выстрелов не было, но тем не менее, если у вас патрон в патроннике, курок у вас все время будет заведен. Вы не сможете, вот, скажем, немножко не доведя до конца. Я вот даже попробую показать, смотрите. Вот на таком расстоянии вот, спуск не работает. Нужно доводить здесь. Вот,
практически 2 мм остается уже до патронника, когда затвор у вас не доходит, и вы нажимаете на спуск, при этом ударник довольно сильно выходит из своего места и вполне может наколоть капсуль, потому что гильза патрона, сам патрон торчит из патронника где-то уже на 2-2,5 мм. То есть вполне можно вот так случайно нажать, бахнуть, ну, соответственно, там по руке затвор ударит при перезарядке и так далее. То есть довольно опасная штука. У Ретая внешне даже очертания похожи на Глок. Пластиковый, кстати, спусковой крючок, а не из сплава, как у... Здесь тоже пластиковый. У Сталкера спусковой крючок сделан из сплава. У Ретая крючок пластиковый, и в нем вставлено некоторое подобие автоматического предохранителя тоже, который при нажатии работает. Давайте я попробую нажать. Вот я сбоку, не выжимая саму эту вставочку, попробую нажать на спуск. Вот он блокирует. То есть центральная это педалька. Педалька. Так вот, вот эту педальку или качельку, если не нажать, то у нас спусковой крючок блокируется. При выжиме у нас спусковой крючок спокойно работает. Как видите, сейчас нету срыва. Самовзвода нет. То есть, ну, ход не особо большой для работы самовзвода, но тем не менее. Вот опять заблокировался. При нажатии все нормально. Если не нажимаем, блокируется. Ну, то есть, похоже на оригинал. Очень, как бы, с одной стороны, неплохо, но тем не менее. Ну, и Гёдис тоже имеет спусковой крючок. Он пластиковый внутри. Ну, я бы не сказал, что это красиво. Это вообще даже не эстетично, если честно. Вот такой спусковой крючок торчащий. В нем... Вот это вот, ну это точно можно назвать рычагом каким-то здоровенным. И ход спускового крючка довольно большой, но тоже он блокируется, не нажимается без выжима этой качельки. Вот, при выжиме все нормально. Да, здесь ход чуть меньше, когда курок спущен. И нужно еще сильнее нажимать, то есть засовывать сюда палец. Вот смотрите, если палец так вставить, очень неудобно, если честно. Но хотя вы с одной стороны чувствуете, что палец что-то уперся, и можно делать выступ. Но можно вот так пальцем случайно ерзать, через какое-то время просто вот эта деталь сломается. Она, по-моему, тоже пластиковая и не вызывает особо доверия, если честно. Это то, что касается предохранителей в этих пистолетах. То есть Сталкер отсутствует, и у Гёдиса, и у Ретея очень похожи на оригинальные глоковские. Далее, что мне не понравилось в некоторых из этих пистолетов. Ну, затворные задержки очень похожи сделаны у Сталкера, у Гёдиса. У Ретая немного отличается вот внешнее оформление, то есть на глоковское не совсем похоже. И сама затворная задержка у Ретая, она сделана из сплава. Если у Сталкера и у Гёдиса они стальные, вот они прилипают, да, то у Ретая она не липнет вообще, и она неправильно сделана, вот не длинная, как у этих пистолетов, а она коротенькая, сделана из сплава, выступ на затворе очень большой, и, соответственно, срабатывается как выступ на самом затворе, так и сама затворная задержка, вот ее передняя часть, она, по-моему, там уже даже слизана немного. Давайте я уже собрал, это не показал сразу, вот если смотреть, то затворная задержка, ее ось находится вот здесь. В этом месте где-то. Вставлена на ось ствола надета. То есть даже чтобы поменять затворную задержку, нужно будет все равно ствол снимать. Вот. Вот она сделана из сплава. И качество там, конечно, оставляет желать лучшего. И вот здесь съедается тоже. Вставочки стальной нет. На Сталкере, насколько я помню, здесь есть стальная вставка. Да, вот магнитится. У Гёдиса тоже магнитится, здесь вставлен внутри стальной штифт, чтобы не съедалось на затворе вот этот упор. У Ретая этого нет, к сожалению. Ну, есть стеночки 3 мм здесь, поэтому маленькое сверло и каленый штифт решают этот вопрос. Но это для любителей приложить руки, таких как я, посидеть, поковыряться. Себе я, к сожалению, 17-й еще не купил, только планирую.
И сразу остановлюсь, наверное, на отличиях. Все-таки 17-й была модель у Ретая, ну и есть. 19 называется, отличается только тем, что первая модель 19-й, у них был однорядный вместо двухрядного магазин на 9 патронов. И здесь сверху на кожухе затвора были две такие проточки, ну то есть имитирующие там какие-то отверстия для спортивных глоков, у которых есть тоже демпфирующие отверстия на конце ствола, как у ДТК. Новая модель RTA 19 вышла, насколько я помню, тоже уже стоит обычный двухрядный магазин нормальный. Насчет самовзвода не помню, сделали или нет. И если здесь прорези, тоже не помню, нужно смотреть отдельно. К сожалению, ну, не дали мне этот пистолет, но не было в наличии. Вот. Было бы очень интересно все-таки вот эти модели RTA сравнить еще. По Гёдису что? Да ничего о нем особо говорить, если честно. И давайте тогда уже остановимся на внешнем сходстве все-таки. Вот если присмотреться, то можно заметить, что, давайте вот так положу, Гёдис со сталкером мы уже определили, что очень похоже, поэтому я немного отложу и будем смотреть внешние характеристики. Рамка тоньше и кожух затвора ниже по своим параметрам. Если смотреть вот на RT-17, у него и рамка толще, где ставится подствольное оборудование, и сам кожух затвора довольно высокий. То есть, если сталкер я могу положить в оригинальную кобуру от Глока, то RT-17 туда практически не влезает. Вот есть у меня кобуры. Кстати, тоже сравнение сейчас проведем. Немножко я так пошмыгал в кобуру, уже немного потер сам пистолет. Надеюсь, меня в магазине не заругают за это. Так вот, сталкер. Ну, давайте смотреть. Вот недавно приехала такая тактическая кобура. Но она, конечно, флипенькая, ерундовая на винтиках. Ну, а сюда сталкер нормально становится по своим пазам, то есть держится, не выпадает, и в принципе оперировать с ним можно довольно быстро. Единственное, что, конечно, не работает вот эта защелка, я не пойму, куда она защелкивается у оригинального блока. По-моему, вот за вот этот выступ как раз должна защелкиваться, там немного, то есть за сам рычаг. Здесь же он просто вставлен, сталкер и все при этом. Гёдис тоже нормально работает в этой кобуре, причем даже лучше, чем сталкер. Вот он очень легко входит, и еще и срабатывает эта защелка, то есть его так не вытянешь, надо нажать после этого. Ну, немножко он все-таки люфтит, конечно, он еще тоньше, чем сталкер, то есть сам кожух затвора тоньше и ниже. Вот, поэтому эта кобура больше подходит все-таки для сталкера. Вот этот вообще не лезет в эту кобуру практически. Очень так натужно. И можно поцарапать, поэтому я не буду. Вот он застреет просто в ней. Поэтому не буду царапать пистолет. Оригинальная блэкхоковская кобура, то есть сталкер почти нормально идет за спусковую скобу, он защелкивается, даже стандартная защелка, но он все-таки стартовик, он чуть шире оригинального, буквально там полмиллиметрика, но если снять немного краски, подшлифануть, потом перекрасить, то он будет нормально садиться в эту кобуру, и можно использовать вот, например, с батлбелтом. Я батлбелт подготовил, вот у меня блэкхоковская кобура прикручена к специальному переходнику, то есть можно любое положение делать этой кобуры. Очень удобно, в принципе. То есть вы выставляете тот угол, который вам надо. Единственное, что давно покупал я этот батлбелт, он уже немножко старенький и на меня маловато. В общем, нужно или похудеть, или другой батлбелт купить. В общем, вот так. То есть
Нажимаем, извлекаем пистолет. Работает. Это я точно скажу. По Гёдису. Гёдис чуть... Нет, Гёдис легче идет, кстати. Нормально. Все входит, все нормально работает. То есть для холощения или там тренировки, скажем, с переключения с основного оружия на вторичку, бросаем, например, на ремень карабин, хватаем пистолет и делаем выстрелы. Ну, это можно взять вот такую версию, ну, по-моему, где турецкие пистолеты, в варианте травмата того же есть. Для тренировок его более чем достаточно, учитывая стоимость патрона. К сожалению, настоящих пока свободной, в законодательной продаже нет. Поэтому многие играются с такими, а просто в тир ходить с этим там особо так не потренируешься. Но тем не менее, в общем, стартовый пистолет Экол в оригинальную кобуру Black Hawk. Это абсолютно, даже не китайская, это оригинальная кобура Black Hawk у меня, потому что где-то китайские лежали. Вот, я туда просто не мерил. Нормально все, лежит, не выпадает. То есть без проблем. Ну а Retay... Retay вот только настолько влезает. Во-первых, здесь снизу у него упирается уже спусковая скоба. И сам по себе у него шире затвор, он просто не влезает элементарно. Дальше я даже не хочу царапать пистолет. Вот на такие вот кобуры еще там у меня едут некоторые другие. Ну, я думаю, что я себе Retay все-таки куплю под... Не переделку, под модификацию. Модификация для работы с холостым патроном. И немножко, конечно, протюнить его внешне. Вот. И в связи с внешним тюнингом перейду, наверное, к основным вещам. Оставил на потом. Размеры пистолетов. Опять возвращаемся. Вот если смотреть по... Надеюсь, будет видно рукоятку, да? Вот с этой стороны, наверное, чтобы было виднее. Насколько короче рукоятка у Retay по сравнению со сталкером. И куда смещены вот эти выступы на рукоятке самой. Если кто-то знает, в чем вот отличие там генерация глоков первой, второй, третьей, четвертой генерации. Ну, третья, четвертая, там, в принципе, отличие только в том, что вот есть сменные вот эти пятки на штифте специальном снимаются. То вот в первой, второй генерации вот этих выступов под пальцы не было. Кстати, появилась пятая генерация Glock уже, и вот этих выступов опять нет, они их убрали. Ну, конкретно вот в этом пистолете, смотрите, вот если брать в руку и вкладываю сюда, и у меня пальцы ложатся нормально в эти выступы, они не такие высокие, то есть более удобно. То же самое Гёдис, у него вообще, они немного скруглены, вообще идеально рука ложится фактически. Вот, пальцы не падают, все нормально, как бы лежит рука на спусковой скобе, ну то есть удобно оперировать. Вот вторая сторона. Снимаем палец, на спуск ложится. Ну вот этот выступ, кстати, в турке сделали более даже удобен, можно так сказать. В оригинальном пистолете такого нет. А теперь мы берем 917, и что мы видим? Вот, во-первых, у меня вот здесь сразу низ спусковой скобы упирается в костяшку фаланги пальца. И вот насколько у меня уже висит мизинец, если этот палец смещается, и где получаются эти перемычки. Они ложатся на середины пальца. Вот я сейчас вожму, смотрите, где меня надавило. Даже при вставленном магазине все равно палец висит в итоге. То есть это, по сути дела, не копия 17-го, 19-го, то есть маленького пистолета, но учитывая его толщину, высоту затвора, кстати, у него баланс вперед падает. Не очень удобно, если честно. Вот. А так, в целом, пистолет по внешним параметрам очень похож. Это где-то вот третья генерация Глока. Ну, давайте для интереса попробуем все-таки. Вот магазин от Сталкера 17 попробую засунуть в Глок. В Гёдис. Не защелкивается. Так, а теперь магазин от Гёдиса к Сталкеру 917. Нормально защелкнулся. Затворная задержка работает. Но это еще полбеды, потому что нужно проверять все-таки на работе патронов, если кто-то захочет купить магазин. Потому что я знаю точно, что на Сталкер магазины, по-моему, сейчас почти 500 гривен стоят. Ну, работает все нормально. То есть, кому было интересно, магазины от Гёдиса
можно покупать для сталкера 17. Немного пятку переделывать надо будет, но в целом вот так. Ну, давайте вроты попробую поставить. Сталкерский магазин. Защелкивается. Затворной задержки нет. Вот так он выглядит. И затворная задержка не работает, потому что не достает просто подаватель. Если подаватель заменить, посмотрим, можно ли его заменить. Ну, по идее, можно попробовать. Кстати, красненький подаватель ОРТ. Это видите, как он засирается, если честно. Вот. Если заменить подаватель, возможно, будет работать. Да, просто у сталкера чуть ниже, ой, чуть выше у ОРТ перемычка, которая нажимает на затворную задержку. Давайте посмотрим. Да. У Гёдиса со сталкером просто абсолютно одинаковые магазины, поэтому кратарю они не особо идут, но чисто внешне можно его попробовать взять и удлиненный, например, сделать на тот же ретай. На этом все. Спасибо всем за внимание. Пишите комментарии под видео, задавайте свои вопросы. Опять же, делитесь видео, этим вы поможете мне развивать свой канал и подвигните меня делать какие-то новые видео, то есть новые проекты. При наличии большего интереса, как бы, я думаю, смогу выделять на это больше времени и мне больше мотивации. Еще раз всем спасибо, приходите, подписывайтесь, приводите друзей. Всем удачи, пока, до новых встреч.